Всем привет, друзья! Это снова канал Север, Родина Смелых. Вот, выбрался я сегодня один. У Артура дела появились срочные. Так что я сегодня один с вами. Наша задача сегодня поймать живца и поставить самоловки, жерлицы. Я недалеко от дома. Дорогу не стал снимать, еще было темно, пасмурно, да. Много выпало снегу за ночь, так что тяжеловатенько было идти. Но тем не менее я дошел. Буду рыбачить вот на такую мормышку. Китайскую. Не знаю, еще ни разу не пробовал. Вот такая с глазиком. Может будет какой-то толк с нее? Посмотрим. Что у меня тут такое? Все в порядке. Так что вот так. Кстати, мороз вроде не сильный. Наконец-то спали у нас морозы. Так были 30 и больше было. Вот сегодня, наверное, первый день такой. Где-то, наверное, градусов 5, не больше. Уже как бы полегче стало. Но выпал снег, повторяюсь, выпал снег. Неприятно, конечно. Ну, пухлый такой, но ничего. Как бы пришел нормально. Пол 9. Наверное, еще рано. Солнышко только вставать начинает. Сейчас вам покажу. Только встает солнце. Ну, кстати, друзья, ко мне движется туман. Вот когда он ко мне придет, будет вообще, наверное, круто. Как бы отсюда, как мне отсюда еще выйти успешно, не заблудиться в нем. Вот постепенно идет, идет. Не знаю, видно? Видно или нет? Очередная лунка, друзья. Могу поглубже чуть-чуть. Нет, одинаковая глубина. Эксперимент не сработал. С выключенной камерой тоже не клевало. Странно.
вроде как была активность, и резко что-то все пропало. Нюша, щучка бродяжничает. Ого, ребята, смотрите. Сразу же и клюнул. Во! О, хороший какой. Отлично. Ай, все, запутал мне тут. Негодяй. Во. Ох, какой хорошенький. Наш местный, темный. Он мне тут все позапутывал. Поклевка не стала себя ждать, сразу же и тыркнул, видели сами. Может, там еще кто-то есть? Это радует. Друзья, пока ходил с Олелунка, вот такой кусочек клюнул. Сам того не ожидал. Большой кусочек. Настоящую. Так что так, начало положено как бы. Больше пока не клюет. Ну, она показала свое присутствие. Она здесь есть. Будем ловить. Так что вот так. Ну, друзья, волчий след, как я и говорил, пересекал. Потом буквально 200 метров осталось. И вот они тут уже ходят. След идут. Следы довольно крупные. Расстояние небольшое. Так что вот так. Все, двигаюсь домой. Подготавливаю жерлицы. И снова в путь дальше.